В инстаграме команды заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился пост, посвященный российской фигуристке Камилы Валиевой. 26 апреля Валиевой исполнилось 15 лет. Огромное везение, в душе лишь вдохновение, на льду силы терпения, Камилы, с днем рождения, написано в поздравлении. С днем рождения, пусть этот день будет радостным и заполнен звонким смехом, добрыми пожеланиями, любовью окружающих и теплотом сердец твоей семьи, команды и всех твоих болельщиков. Пусть мечты сбываются и радость прибавляется, написала одна из подписчиц в комментариях к посту. В свою очередь Камила Валиева поделилась мыслями о своем 15-летии. «Мне 15 лет, и кажется, что я еще этого не осознаю, ведь для спортсмена это возраст. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто сегодня скрасил мой день рождения своими поздравлениями. Неожиданно сегодня утром мы уехали гулять по Самарканду. За один день побывали в нескольких исторических местах и поднялись на вершину минарета. Вернувшись домой без ног, меня осенило, что это первый день рождения в моей памяти, который я провела не в Ледовом дворце», – написала Камила в инстаграме. Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров 2020 года, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019-2020 года, победительница первенства России среди юниоров 2020 года, серебряный призер чемпионата России.